Сегодня у нас 17 августа. В данном ролике хочу рассказать о новом участке, который мы заложили в прошлом году, в 2017, в конце июля. Здесь посажена новая форма винограда. И я хотел бы поговорить о шпалере, которую мы будем использовать на данном участке. А именно, это будет двухплоскостная шпалера. Железобетонный столб, упор и в качестве поперечин металл. Значит, железобетонный столб 2,70, его длина от земли у нас где-то приблизительно 65 сантиметров в среднем будет. Между неудобно. Значит, между первой и второй проволокой 25 сантиметров. Здесь будет использоваться восьмирукавная система, поэтому у нас будет натяжение для сухой подвязки использоваться две проволоки, дабы рукава не переплетались, и тем самым увеличить площадь гроздей для того, чтобы они лучше проветривались, ну и для простоты в дальнейшем подвязывания. Конечно, будет уходить чуть больше материала для подвязчика, но это не столь критично. Значит, между второй и третьей также 25 сантиметров. Между третьей и четвертой поперечиной у нас 45 сантиметров. И между пятой и четвертой также 45 сантиметров. Значит, здесь у нас использовался треугольник, уголок, точнее, 35 на первой, на второй и на третьей поперечине. Значит, на четвертой поперечине 40-й. Так же самое и пятая поперечина, 40-й уголок. В качестве, поскольку давление основное будет у нас на верхнюю проволоку, для того, чтобы ее не стягивало в ряд, мы сделали вот такого плана упор. В качестве упора под бетонный столб упорочный также поставили уголок. Так, здесь расстояние между столбами 6 метров. Конечно, многовато. Положено не более 5. Ну, поскольку ряды не длинные, будем натягивать проволоку гораздо больше. Значит, дальше использовалась у нас арматура на промежуточных столбах. Значит, вторая и третья арматура, это у нас 12-я. Диаметр арматуры 12. Та, которая идет третья, четвертая арматура, там диаметр арматуры 14. И здесь использован вверху уголок
35. Кустам это второй год. Где-нибудь у нас здесь есть сигналки. Значит, до арматуры мы приваривали болт и крепили их бетонным столом, гайкой и шайбой и гайкой. Так. Качественно натяжителей стандартно используем болты. Это 120 болт, на который приварена гайка. И, собственно, такая же самая, такие самые поперечины стоят и на другом конце с болтами. Качественно натяжителей. Значит, здесь у нас заложено 154 формы новых. Каждый куст это отдельная форма. Вот, в следующем году уже процентов 80-90 из них будет плодоносить. Увидим какие-то результаты. Некоторые кусты. Здесь у нас есть такие участки, до воды недалеко, порядка 1,5 метра. До двух. И бывает весной вода поднимается и подтапливает часть виноградника. Поэтому некоторые кусты, к примеру, подходили, оставалось на 4, 5, 6 почек, а подходило 2, 2 почки отошло. Вот, и они будут обрезаться в следующем году на обратный рост. Так, повторюсь, здесь мы будем использовать 8-рукавную формировку. Если возникают какие-то вопросы, пишите, звоните. До новых встреч!